Ну смотри, вот видишь, они играют там 29. Это как бы уже такой счет, типа, это ну, нормальный, понимаешь, адекватный. Типа, тут можно плюс-минус побороться во всем. Ну, это и есть средний счет, наверное. Я не знаю, то есть, у меня средний счет 60 на 0. Ну, Диман, ну, или Дрейк номер 2, я думаю. Вот он Дрейк посильнее. Я не знаю, потому что надо сыграть между собой. Но, понимаешь, там зависит от сервера, я думаю. Потому что на одном сервере у одного хорошего пинка, на другого другой. А пинг сильно решает в этой игре, как бы, и... То есть Диман на Европе не хочет играть, потому что он чувствует, что он из-за пинга проебет. Что там вякнул? О господи, я промазал такую. Ты хочешь, чтобы меня убили? Блять, я словил ракету в лоб прям, то есть я говорю под руку, ну да. Знаешь, единственное твое достижение в жизни, ты помог кому-то убить меня, ну да. Ой-ой-ой-ой-ой, я лоханулся дико. Блять, иди нахуй, я за тебя проебал 10 тысяч долларов, блин. Даже 20, наверное. Продавай, продавай, блять. Там, знаешь, типа, бирмаркет движется, сейчас все рухнет, блять, там в 3 раза все выросло, блядь. 3 раза. За месяц. Знаешь, как бы. Гуру, блять, инвестиции, понимаешь? Я бы не продал по 42, понимаешь? Я сидел с плечом. Я бы продал по 60 или по 70. Оно сейчас уже 100 стоит, блядь. Я хуею, блядь. Оно просто... Оно выстрелило, понимаешь? Оно выстрелило. Оно может не остановиться до 150, понимаешь? Да, блядь, ты говорил то же самое, когда оно стоило 60, понимаешь? Ты... Когда оно 60 стоило, ты говорил, что типа этого не будет больше роста. 60, оно уже на 50% выросло, понимаешь? Понимаешь, ты, блядь, гуру инвестиций, понимаешь? Я... Если буду делать все, что говоришь, наоборот, блядь, я кучу денег заработаю, знаешь. Ну, понимаешь, моя акция, она... Блядь, Square 100 баксов, это тебе о чем говорит вообще. Понимаешь, ты шортил Square, блядь, ты на него футер купал. Как я в рейл попал, я вообще не видел, знаешь. Я тебе говорю, у меня намагничено, и само все попадает. Десять или сто? По-моему, сто, нет? Пятьдесят семь, ну да. Блять, ебаная стена, она мне мешала. Знаешь, мне стена мешала попасть, понимаешь? Знаешь, я бы попал, там была стена, понимаешь? О, все, он себя убил, понимаешь? Миссия достигнута. Знаешь, я боялся, что он себя не убьет, и я вынужден буду игру закончить с одним фрагом, понимаешь?
Понимаешь, там есть версия, слышь? Алло. Там есть версия на Reddit, что я играю против, короче, проплаченных актеров, понимаешь? Знаешь, типа, они не настоящие игроки, а проплаченные актеры, понимаешь? Знаешь, они типа, знаешь, они прыгают там, где надо прыгнуть, понимаешь, там. Как бы. Бля, как же лагает, пиздец, конечно. Понимаешь, они не знают, понимаешь, люди из других игр, они не знают, насколько сильны у меня противники, потому что они сами с ними не играли, понимаешь? Они думают, что это, блядь, какие-то ноунеймы там, знаешь, которые вообще ничего не могут, не умеют там, блядь. Понимаешь, ну это как бы, ну, то есть это как бы и так, но и не так одновременно. То есть если чувак там из Кулива, из Q3 там придет в Q4, он будет неприятно удивлен, когда Диман его порвет, понимаешь? Помнишь чувака, с которым мы срались на ESF? Рокет? Рокет? Сайт? Кто еще играл? Все. Саед. Ну, Саед, по-моему... Не, он в основном проигрывал Димана вроде. У него эйм был получше, намного. Ты понимаешь, там дело не только в том, как хорошо ты стреляешь, а вообще как ты карту контролируешь, понимаешь? То есть ты можешь хорошо стрелять, но ты теряешь какой-то момент критический, да, там, когда надо взять точку, надо наоборот съебаться с точки, значит, ты проебываешь. Понимаешь, на самом деле игра на самом деле не такая тупая, как многие они думают, блядь. Понимаешь, меня больше всего поражают люди, которые, понимаешь, проигрывают мне в ноль, а потом типа считают, что типа это как бы мой уровень. Ну, то есть, понимаешь, они думают, что раз я их в ноль выиграл, знаешь, что типа это. Значит, другой чувак, который их выиграл в ноль, имеет такой же, как у меня, знаешь, то есть как бы, ну смотри. А он мне проиграл 20-0, допустим, ну, 40-0, да? И проиграл другому 40-0, понимаешь? И он верит, что, типа, у нас одинаковый уровень, понимаешь? Но тот другой, которому он проиграл 40-0, он мне тоже проиграет 40-0, понимаешь? И потом другой проиграет 40-0, понимаешь? Как бы, и на самом деле, как бы, это не показатель уровня. То есть, ну, счет не является показателем уровня, потому что... неизвестно, понимаешь, как бы, сколько людей там идет в ноль. Пока что это все. Кто-то мне что-то пишет, я, блядь, не знаю. Блядь, Quake Champions, я не думаю, что будет стрим, он меня бесит игра. Саед не играет, он что-то там... Что шафт регится вне модельки? Он регится нормально. Нет, тут задержка есть, пинга небольшая, поэтому может чуть-чуть быть не там. Какой контент? Что-то там пиздано. Алло. Блять, Q-Champions это говно собачье. Просто отборное ебаное говно. Я не знаю, как в него можно еще играть. Значит, там все, блядь, мерзкое, понимаешь, там, блядь, графика мерзкая, звук мерзкий, модельки мерзкие, там, блядь, мышка нихуя не работает. То есть, понимаешь, у меня aim как бы строится на том, что я делаю микродвижение мышкой, микрокоррекцию, понимаешь? За счет этого я попадаю дохуя, то есть я попадаю как aimbot. Может, даже побольше. Вот. А в Q-Champions ты не можешь делать микрокоррекцию, потому что там есть задержка на каждое движение мышки. То есть каждая задержка на каждое движение мышки, плюс мышка еще сама все плавает. И в итоге, как бы, у меня aim там, ну, он такой же, как, наверное, у других игроков про уровня. Ну, как бы, ничего там выдающегося там нет, ну, в Q-Champions. Я не могу там мышкой реально работать. Вот, минус один. Знаешь, Дирол тоже решил уйти в минус один.
Видишь, он суициднулся где-то. Блять, мне надо отожраться, мне мало сейчас. Сегодня, короче, день минус один. Ну вот, короче, там задержка на мышке, которая на каждое движение мышки делает дополнительную задержку. Плюс она, мышка, она плавает, курсор. Из-за того, что он плавает, там невозможно точно сказать, где он окажется. Ну, то есть, там, ты совершаешь одни и те же движения, и у тебя мышка окажется в разных местах в разное время. Вот. И поэтому я не люблю эту игру. Ну реально. А попасть там, там просто, даже если мышка вообще нахуй не работает. Потому что она медленная, хитбокс огромный. Знаешь, у меня счет 30 минус 1. По-моему, предыдущая игра была с таким же счетом. Но это другой чувак уже.